Всякий раз, когда сердце наполнялось страхом, а тело безвольно опускалось на колени, всякий раз, когда не было прощения коварству и предательству людскому, когда враг казался несокрушимым, а смерть сжимала грудь в холодных объятиях, наши предки вынимали из ножен меч и принимали вызов судьбы. Сегодня воздушные корабли разрезают крылом небеса. Гигагерцы безнадежно спешат за утекающим временем. А мы, люди, каждый день принимаем бой. Для кого-то этот бой становится последним. Но только не для тебя.